Эта площадка уже давно стала излюбленным местом для жителей микрорайона Донской. Вот уже на протяжении 40 лет здесь играют футбол и баскетбол под чутким руководством известного в Сочи тренера Василия Королева. Или, как его все называют, дяди Васи. Позаниматься спортом местная молодежь приходит сюда ежедневно с 6 до 9 часов вечера. А до начала работы площадки инструкторы наводят чистоту. Занятия есть занятия, а санитарное состояние, оно должно быть все-таки для наших детей самое лучшее. Ежедневно мы проводим очистку территории от бытового мусора, но, к сожалению, есть территория, которая прилегающая как бы вокруг, которую нужно более тщательно нам убирать, на которую вот нужно более время большое уделить. И для того, чтобы мусора не было не только на спортивных площадках, но и вокруг, еженедельно проводятся субботники. Сегодня за грабли, метлы и совки взялись волонтеры отдела молодежной политики, руководители и воспитанники двух спортивных школ города. И несмотря на то, что на этой площадке они не занимаются и живут совсем в других районах, уборку проводят на совесть. Нужно помогать не только себе, но еще и младшим нашим, и будущим. То есть убраться, помочь, чтобы дети могли быть в хороших условиях. Подобные уборки проходят на всех спортплощадках курорта. Но за санитарным состоянием своих придомовых территорий должны следить и жители, принимать участие в субботниках и делать замечания тем, кто портит красоту дворов. Ведь, как написали волонтеры на мусорных коробках, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.